Здравствуйте, уважаемые любители растений. Я Маренков Сергей. Кто смотрел наши ролики, знает, что мы находимся в Нижнем Новгороде. Я занимаюсь выращиванием редких растений, в том числе и в открытом грунте. Вот, например, вот сейчас передо мной представитель таких вот как бы редких растений, которые встречаются достаточно редко в наших садах. Это кизил мужской. Вот посмотрите, он сейчас плодоносит. Достаточно много плодов висит, уже созрели темно-вишневого цвета, как и положено, как бы это они почти до черного бывает доходят. Вот это растение распространено в Закавказье, на Кавказе, это в Крыму, по Южной Европе. Вот. Ну и в средней полосе России она достаточно устойчива, приносит урожаи. Единственный минус у этого растения – цветочные почки закладываются летом прошлого года, как бы сказать. Вот они уже сейчас заложены, и они расцветут весной. Вот. Поэтому, когда бывают очень сильные морозы, почки мороз выбивают цветочные. Растению как бы ничего не делается, но вот страдают цветочные почки. И поэтому вот в прошлом году зима была холодная, и вот все, что было под снегом, вот видите, это вот на этом уровне есть урожай, да? А вот выше это, его нет. Это вот говорит о том, что цветочные почки выбило. Этого можно избежать, если растение или пригибать, или забрасывать снегом как можно выше. Вот. Или по косой посадить его, и каждый год его раз нагнули, и потом снегом засыпали, и у вас сохранятся все цветочные почки и, соответственно, урожай. В названии кизила есть слово «мужской», но это не говорит о том, что там должен быть и женский, или мужской и женский, и мужской экземпляр для плодоношения. Нет, у кизила обоеполые цветы, и поэтому он дает плоды, даже если растет один. Еще что? Размножается он как посевом семян, так черенками и отводками. Ну вот мои растения размножены черенками, и зацветают они где-то на третий год после черенкования. Единственное, что еще один нюанс, первые 2-3 или 1-2 цветения могут быть бесплодными. Ну, а с возрастом фертильность пыльцы повышается и начинает завязывать достаточное количество семян. Ой, то есть это ягод. Вот. Черенкуется он достаточно. Так, скажем так, 50 на 50 трудно укореняем растение. Вот. Если будете выращивать из семян это растение, то цветение достаточно поздно. Начинается на 5-й год, где-то даже на 7-й бывает. Вот. Цветет он очень рано. До появления листьев это его опыляют в большей степени ветер. Вот, потому что еще на улице холодно весной, когда он цветет, это насекомых почти нет. Единственное, что помогают, к тому времени муравьи уже вылезают из своих, так сказать, подземных нор, и они бегают по цветам, что-то пытаются найти, и вот опыляют его, помогая и ветру, и как бы. Потому что ни пчел, ни ос, там, ни других насекомых еще нет. Вот. Что еще? Это какие? Из плодов кизила достаточно вкусный компот получается. И еще можно его перетирать сахаром. Очень это вкусное и необычное желе получается. Вот. Если у вас будет возможность взять где-то посадочный материал, то вот сажайте у себя, и будут у вас такие прекрасные ягоды.